Не был я тут недельку. Посмотрим, что нового на строительстве набережной. Сегодня 9 мая. Как бы, по-видимому, выходной у строителей. Вот смотрю, какая опалубка тут появилась. Очень даже качественная. Такие струбцины для зажимов. Так что все тут делают по-современному. В общем, набережная потихоньку строится. Начали лить бетон. Внизу праздник как бы продолжается. Люди, смотрю, жгут костры, хотя сюда проход запрещен. Отмечают 9 мая. Набережная, как я думал, так оно и будет, наверное, будет в два яруса, как и та новая, что белая, которую они построили. То есть это нижний ярус, получается, будет всего лишь. Бетонка вот так, наверное, будет идти по всей набережной, и по ней будут вязать арматуру, заливать первый, второй ярус. Наверное, вот тут она будет двухъярусная, а дальше перейдет в один уровень. Ну, посмотрим. Сегодня такие невеселые новости. Анапы. Ночью был прилет в Юровку. В общем, ничего хорошего. Погорела нефть, чуть-чуть потушили. Каждый раз тут хожу, рассматриваю всякие древности. В прошлый раз нашел тут саблю. Ну, это, конечно, не сабля, но тоже очень что-то старое. Тут все по-прежнему на этом месте. Работ пока никаких не ведется. Да, хороший фундамент был заглублен. Метра на 2,5, наверное, на 3. По-хозяйски сделали люди для себя. Что-то не спешат они тут забор делать, ничего не делают. Ну, Гургаз так и стоит на месте. Пока еще не сносят. Ну, видимо, им спешить некуда. У них сейчас есть работа у строителей. И без этого Гургаза. Гургаз, наверное, в самую последнюю очередь будут валять. Температура градусов 18-20, пасмурно, вчера даже покапал дождь, завтра будет получше. Я смотрел прогноз погоды по гисметео, плюс 22-24, уже более-менее. Морская вода так и остается примерно на одной отметке, 14-15 градусов максимум. Купаться еще рановато. Пляж отгородили забором.
под строительством набережной. Ну, от этого людей тут меньше не будет, я думаю, просочаться и сюда. Тут такая широкая полоса береговая. Местами даже есть песок. Летом, я думаю, будет тут все забито. Морская вода, кстати, чистая. Тут никогда ничего не цветет. Ну вот горгаз этот старый на очереди сноса. Посмотрим чуть позже.